Друзья, всем привет! Решила сделать рыбку в кляре. Минтай это будет. Можно также таким же способом делать и красную рыбку. Ну, я купила пожарить рыбки так в сковородочке, а потом думаю, а сделаю-ка я в кляре немножко. И вот те части, которые побольше куски, я их буду отдельно в сковородке жарить. А вот которые к хвостику понежнее, их я решила... Вот уже отделила филе вдоль позвоночника, чик-чик-чик, прорезала. И получились вот такие вот филюшки. Их я нарежу вот на такие кусочки. Сами тоненькие хвостики, это просто с краешку можно пожарить в сковороде. Значит, теперь вот нарезаю вот на такие вот части. Это вполне самое то будет кусочки, хорошенькие. Вот так. А эту в тарелку. Значит, их нужно замариновать. Так, ну все я уж не буду резать, показывать. В общем, все нарезаем, потом маринуем. Нарезанные кусочки сложила в миску. Теперь посыпаю перчиком. Каждый кусочек перекладывать я не буду. Я просто вот так возьму, посыплю солью. Так, что-то слабенько сыпется. Так, вот так. Посыпала солью и чуть-чуть... Сделаем вот так лимончик и выдавим сок. Вот и все. Весь прекрасный маринад, который рыбке нужен. И вот так встряхнем. Месить не нужно, чтобы кусочки не потеряли свою целостность. Все, оставляем в сторону. И пока займемся кляром. Что нам нужно для кляра? Взяла одно яйцо. Добавим чуток соли. Вот столько соли. Вот соль же стоит. Нет, полезла в ту. В эту солоничку. Так, немножко добавим сахара. Зацепим так. Вот столечко. И хорошо перемешаем. Добавим 2 ложки майонеза. Хорошеньких таких с бугорочком. И опять же все перемешаем. Теперь добавляем сюда ложку крахмала. Этой же замерим. Вот так. Вот так. Достаточно. И немножко муки. Так, еще не сказала, что чуть-чуть нужно добавить соды. Вот столечко. На кончике прям ложечки чайной. Немножко. Так. И добавляем муки. Добавлю 3 ложки пока. И посмотрим пока. И помешаем пока. Все у нас пока. Вот такое густое тесто получается. Но у нас на столе для чего-то же стоит молоко. Правильно? Правильно. Немножко добавляем молоко. И вымешиваем. Тесто должно получиться, ну, не как на оладьи, конечно, по густоте. Но... Не совсем жидкое, никак на блины. Вот это еще густовато. Вымешиваем. Вот, оно прекрасно уже такое сливается с венчика хорошо. Но и не жидкое в то же время. Вот эта консистенция. Ну, даже капельку я еще капну. Вот столько. Значит, 1/4 стакана. Вот так. Отлично. Все. Теперь что-то как-то быстро я его замесила. Кляр этот. Рыбка еще у меня не замариновалась. Пусть постоит. Минут 15 даем рыбке постоять. В сковородку налила масло. Оно разогревается у меня. И теперь сюда кидаем несколько кусочков рыбки.
чтобы их можно было окунуть в тесто. И вот так шпажкой сделали, обваляли и будем погружать в масло. В общем, вот так можно все заранее искупать в тесте. И пусть оно уже готовится к купанию в масле. Все, масло разогревается. Вот так вот выложили их в масло и на среднем огне обжариваем с обеих сторон. На сильном не надо, нам же нужно, чтобы рыбка прожарилась. Вот на среднем огне тихонечко пусть это все жарится. Итак, первая партия у меня пожарилась, вторую я уже положила в сковородку, она обжаривается у меня. Смотрите, что получилось. Разрезала, чтобы показать, как внутри. Все прекрасно прожарилось. Попробуем. Кляр просто нежнятинка. Очень вкусный. Вот нравится мне кляр для куриной грудки. Он подойдет прекрасно. Кстати, небольшие такие медальончики нарезать, чуть-чуть постукать, отбить. И в таком кляре это бомбически вкусно. И также вот для рыбки он прекрасно подходит. Очень вкусный кляр. Рыба нежнейшая. Но, как говорится, калорий тут дофига. Что уж говорить. И на масле обжарено. Но, кстати, да, я не сказала, что из сковороды я их вынимала на тарелочку, застеленную салфеткой, чтобы лишнее масло стекло. Но вкусно, это просто бомбически. Очень вкусно. Вот это блюдо прекрасно подойдет для какого-то праздничного стола. Хоть в холодном виде, это очень вкусно, хоть в горячем. Ну, обычно, как холодная закуска подается на горячий, ой, на праздничный стол. Вкусно. Ну все, всем приятного аппетита. Обязательно попробуйте. Кляр просто супер. Я вот прямо обожаю его. Немножко крахмальчика, муки и с майонезом. Очень вкусно. Ну все, с вами была Наталья. Всего вам самого доброго желаю. Всем пока. Подписывайтесь на канал, не забывайте написать комментарий. Если вам не трудно, то пишите, поставьте лайк или дизлайк, как вам, в вашей душе угодно. Все, пока!